Билет в бювет. В Трусковце решили больше не мелочиться и не разбрасываться бесплатной лечебной нафтусией. Почем вода для народа, выясняла Галина Якушко. За знаменитой водой «Нафтуся», которую добывают только в Трусковце, съезжаются со всего мира. Она уникальна благодаря своему составу, который повышает иммунитет, а также помогает излечить многие желудочные и почечные болезни. Но совсем скоро эта вода может стать платной. Вход в центральный бювет будет стоить 3 гривны 50 копеек, причем за эту сумму можно будет взять с собой чуть больше одного стакана. На входе в бювет уже установили турникеты, часть из них местные жители уже пытались сломать. Белла и Назим приезжают в Трусковец из Азербайджана каждый год. Говорят, платная вода может отпугнуть туристов. Ну, мы считаем, что должна быть бесплатная. До сих пор было бесплатно, пусть будет бесплатно. Это повлияет на туристов. Они будут ходить меньше, наверное. Они будут недовольны. Сами же жители Трусковца к идее ввести плату за вход в бювет относятся по-разному. Надра належит народу. Нафтуся нам дана Богом, дана природой. Газ тоже належит народу Надра и платить за то, что выдобывают. Плату за минеральную воду собирается ввести предприятие, которое обслуживает бювет. Впрочем, за нее уже давно платят местные санатории, причем суммы немалые. Мы цього року за 9 месяцев только заплатили майже 700 тысяч за нафтусю. Але люди цього не знают. Однако платят далеко не все. Из тех же санаториев и баз отдыха раскошелились меньше половины. Как следствие, доходы уменьшаются, а расходы растут. Жалуются в компании, которая обслуживает центральный бювет в Трусковце. А тут еще и повышение коммунальных тарифов. Вот и пришлось вводить плату за вход. Обладнання поменяли. И планували від коштів, які ми заробимо від платного відвідування, направити на обновлення нашого обладнання. Благоустрій, ремонт приміщень. Ремонт вентиляции, но полностью. При этом местным жителям, которых около 20 тысяч человек, беспокоиться не о чем. Паспорт в руки и к бювету. Отримання талона на безкоштовне відвідування бювету десь було цією мотивацією. Ну, люди цього не зрозуміли. В цій ситуації, напевно, краще буде доцільно просто по паспортах. Что же касается туристов, то бесплатная вода для них останется еще несколько недель. Но уже с 1 декабря вход в бювет для приезжих станет платным. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер, Львовская область.